Я вас всех приветствую, и сейчас обзор моего спального мешка формата капсулы «Телохранитель». Живет он у меня вот в таком вот компрессионном мешке. А сейчас поподробнее. Итак, как я обещал, новая версия моего спального мешка формата капсула. Назвал я его «Телохранитель». Это абсолютно новая, улучшенная модель предыдущего спальника. Основной функционал остался прежним. Формат капсулы оказался оптимальным для различных условий и задач. Внешний и верхний слой – это дышащая плащевая ткань, не пропускающая влагу снаружи. Внешний и нижний слой – это плащевка, совершенно не пропускающая воду. Перевернув спальный мешок нижней частью кверху, вы получаете дополнительную защиту от дождя в случае нахождения в спальном мешке, вне палатки или другого укрытия. Внешний борт при этом защищает застежку молнию от проникновения воды. С внешних сторон у спальника нет швов. Внутренний утеплитель – гипоаллергенный, дышащий и не имеющий эффекта памяти материал. Быстро сохнет и практически не впитывает влагу. Внутренний термоотражающий слой обеспечивает быстрый согрев внутри. Это ткань, состоящая из металлических волокон. Первый внутренний слой позволяет легко вращаться человеку в одежде. На застежке молния, которая проходит по всему периметру, располагается 8 бегунков. С их помощью вы получаете доступ с любой удобной стороны. Можете регулировать температуру или сделать одежду для лагерного базирования. На каждый бегунок закреплен светонакопительный шнур внутри и светоотражающий шнур снаружи. Петли по периметру предназначены для шнуровки верхней половины. Это уменьшает объем спального мешка и создает дополнительный тепловой комфорт. Также с помощью петель спальник можно растянуть в качестве тента, сделать двухскатное или угловое укрытие, смоделировать теплый жилет, повесить спальник в качестве отражающего экрана или для крепления дополнительного защитного слоя с внешней стороны. Отсек для формирования подушки внутри спальника позволяет расположить в нем мягкие вещи и сформировать саму подушку. А также имеется два дополнительных отсека по краям для снаряжения. Через ткань дополнительных отсеков можно пользоваться смартфоном, не вынимая его. Внешний карман сетка защищает от насекомых. При желании этот карман можно стянуть у основания. Светонакопительный шнур, вшитый во внутренний термоклапан, обеспечивает подсветку внутри периметра в темное время суток. Внешний борт, сделанный из водонепроницаемой плащевой ткани, устанавливается по всему периметру спальника для защиты молний от влаги и грязи. В полной версии есть отсеки, предназначенные для размещения внутри каждой половины дополнительных утеплителей, вкладышей. Не нарушается при этом и первичный функционал конструкции. Это позволяет использовать спальный мешок при более низких температурах. Температурный режим зависит от состава и толщины самого утеплителя, ну и, конечно же, от внешних факторов и состояния самого человека. Данные вкладыши позволяют использовать спальник-телохранитель при температурах -15-20 градусов по Цельсию. Утеплитель закрепляется внутри при помощи специальных кнопок, расположенных по внутреннему периметру каждой половины спального мешка. Утеплитель – отдельная опция. Без утеплителя температурный предел до 0 градусов. Хотя… Данный спальный мешок-телохранитель отличается от своих собратьев уникальными возможностями, которые позволяют вам решать дополнительные задачи при различных ситуациях. Габариты в развернутом виде 215 см на 90 см. Это размер под мой рост 186 см. Вес спального мешка в полной комплектации 1 кг 800 грамм. Объем в компрессионном мешке 30 на 16 см. Обратите внимание, у меня на сайте вы сможете получить подробную информацию и выбрать свой спальный мешок-телохранитель в базовой или полной версии. Ведь здорово, когда один предмет способен решать целый ряд задач. И спальный мешок-телохранитель именно с этой задачей справляется легко. Телохранитель в действии, спальный мешок, в котором можно, в принципе, плавать.
все. Всем спасибо. Скоро увидимся.